Утро – это очень круто, если начать его с песни. Видишь небо синеву и огромное солнце над нами. Не во сне, а наяву, этот мир открываем мы сами. Не играй. Остальное все ерунда. Ты пой со мной, танцуй со мной. Нас тянет как магнит. Только вперед, время не ждет. И сердце так стучит. С тобой буду рядом я. Ты целый мир для меня. Только вперед, время не ждет. Мечта зовет. Ты пой со мной, танцуй со мной. Время не ждет. Чувствуешь сквозь континенты, как летят за днями дни, словно кадры цветной киноленты. Так смелее за мечтой, за мечтой. Время все быстрей, долети стрелой. Мы с тобой, мы с тобой вместе навсегда. Остальное все ерунда. Танцуй со мной, нас тянет как магнит. Только вперед, время не ждет. И сердце так стучит. С тобой буду рядом я. Ты целый мир для меня. Только вперед, время не ждет. Мечта зовет. Ты пой со мной, танцуй со мной. Время не ждет. Только вперед, время. Ну что, ребята, узнали, кто подарил нам такую замечательную песню? Конечно, узнали! Юные артисты Саша Филин и Ивена Работова. Доброе утро! Привет, Марина! Привет, Хрюш! Привет, ребята! Привет, привет! Давно вас не было! Мы даже успели соскучиться. Кстати, а что насчет новых совместных песен? Вышла песня, она очень классная. Она называется «Тема дня». Она о любви. О любви? О подростковой даже любви, о-о-о, можно так сказать. А еще какие планируете песни записывать? Ну, мы планируем снять клип на эту песню, а дальше будем продвигаться и пока точно не знаем. Думаю, все у вас получится, ведь вы настоящие артисты. А вы еще и друзья, да? Да. Конечно. Так, а друзья многое знают друг о друге. Ну да. А может, проверим? Давайте. А что нужно делать? Правильно отвечать. Мы с Мариной подготовили для вас карточки с вопросами. Саша будет отвечать на вопросы про Ивену, а Ивена про Сашу. Вот так. И за каждый правильный ответ будете получать баллы. Ну, кто больше наберет баллов, тот и победитель, да? Итак, первый вопрос. Какой любимый певец у Ивены? Это певица Ариана Гранде. Да, это правильно. Правильно. Получай. Итак, свои 10 баллов. Итак, мой вопрос для Ивены. Каким видом спорта увлекается Саша? Я знаю, что он увлекается футболом. Это так и есть? Да. Получай 10 баллов. Спасибо. А что Саша любит есть на завтрак? Ну, я думаю, что любит, наверное, есть хлопья с молоком, как и я, наверное.
Да, это так. Я люблю хлопья. Здорово. Ну, получай свои 50 баллов за это. Так. А любимый десерт у Ивена какой? Пончики или тирамису? Не знаю. Да. Так, подожди, так пончики или тирамису? Скорее пончики, чем тирамису. Значит, все-таки останавливаемся на пончиках. Да. Так. Я не знаю, как он это делает. Марина, они все друг про друга знают. Это фантастика. 50 баллов. Класс. Хрюш, следующий ты давай. Да. Какой престижный титул Саша получил в 2015 году? Давай, Ивена. Саша, молчи. Все, я вспомнила, кажется. Так. Сейчас. Певец, что-то было про певец там. Ну, конечно, певец он. Нет, я не знаю, честно, я не помню. Итак, карточка остается у нас в студии. Так, ну а какой все-таки правильный ответ? Да. Мистер Непоседа, правильный ответ. И я получила за то, что я пел и танцевал в театре студии Непоседы. А, поэтому. Хрюш, что вопрос? Любимый город Ивены. Ну... Городов много. Мне что-то подсказывает, я не знаю. Мне кажется просто, что это Венеция. Но я не уверен, я вот это точно не знаю. Так, Ивена, правильно? Неправильно. Мой любимый город Барселона. Так. Итак, 30 баллов остаются у нас в студии. Что перед слепыми прослушиваниями конкурса «Голос дети» Саша выбросил в мусорный бак? Так, Саш, молчи, не подсказывай. Я думаю, что он выбросил свое волнение, наверное. Своё волнение? Или какой-нибудь стаканчик с водой, я не знаю. Стаканчик с водой? Ну, у меня два варианта, я не знаю, как, что именно. Нет, ну какой-то один вариант. Все-таки волнение или стаканчик с водой? Мне кажется, волнение. Волнение? Да, я считаю, что это можно засчитать как правильный ответ, потому что я собрал все свои нервы и волнение в кулак и просто вот так взял и выбросил это туда, в мусорный бак. Молодец, догадалась, получай 50 баллов. Хрюш, ты давай. Да, следующий вопрос. Кого из животных Ивена хотела бы увидеть больше всего? Я даже не знаю. Ну, у себя дома она хотела бы увидеть собачку, это я знаю точно. Ивена, это правильный ответ? Нет, это неправильный ответ. Я всегда мечтала увидеть маленького олененка Бэмби и погладить его. Ну что ж, 50 баллов остаются у нас в студии. Хрюша. Хорошо. Любимый певец Саши. Я думаю, что я остановлюсь на ответе Шон Меннес, да? Да, это правильный ответ, в принципе. У меня очень много любимых исполнителей, но самый любимый это все-таки Шон Меннес. Что ж, 30 баллов достается Ивене. Спасибо. Так, и теперь мой вопрос. Сколько было лет Ивене, когда она впервые вышла на сцену? Мне кажется, года 4. И это опять неверный ответ. Я вышла на сцену первый раз в 7-6 лет. Как-то так было. Постарше была. Да. Что ж, 40 баллов остаются у нас в студии. Так. Ну что, вопросики закончились? Давайте выясним, кто же знает своего друга лучше? Саша или Ивена? Ну, считайте баллы. Я набрал всего 60 баллов. А у меня давайте вместе посчитаем. Так. 50 плюс 50 плюс 30 и плюс 10. 140. Замечательно. Браво, браво. Победителю полагается приз. Внимание, волшебный хрюк. Смотрите, какая прелесть. Вау, какие классные. Да, вот и призы. Держите. Саша, хоть ты и не выиграл в конкурсе, для тебя мы тоже подготовили поросеночка. Да, я знаю, что ты филинов собираешь, но эта свинка тоже может принести тебе удачу. Ну что же, вам спасибо большое, что пришли к нам в гости и подарили нам такую прекрасную песню и замечательное настроение. Да, приходите еще, нам нравится ваш дуэт. Спасибо за приглашение. Мы обязательно к вам еще придем. Ну а вы, ребята, не переключайтесь, впереди много интересного. Да. Смотрите канал «Карусель». С добрым утром, девочки и мальчики.